Всем привет, дорогие друзья, с вами Меридар, с вами Поя. Продолжаем наше прохождение. Это интересно, в этом обновлении эту локацию упразднили. Вот хотелось бы, чтобы ее немножечко поменьше сделали. Так, так. Козлы нам очень рады. Вау, там босс. Видите, он такие вот... Как их назвать-то? Ну, это не ловушки. Он типа того ставит. Блин, забыл, как они называются. Ага, их даже два. Один золотой товарищ. А другой моб локации, этот босс локации. Так, тоже, опять же, не стоим на месте. Катим. Блин, так-то, блин... Его-то игнорить можно и нужно. Слишком много с ним мороки. Но он на этот раз... Так, он никакой там трапу не поставил. На этот раз нормуль, хроматик и что там, два когтя что ли? А, блин, мне показалось кольцо. Ладно, пойдет. Блин, вот поиграл в Warcraft, да, на цирке, на пираточке. Вот так и хочется на АВД бегать. Да, к хорошему быстро привыкаешь. Блин, я же ведь и найду. Так, ну походу выше где-то, да? Угу. По пути убиваем. Как они называются-то хоть? Называются они эпично. Бородатый дьявол. Помню, такие товарищи были еще в первой Диабло. Да, они походу оттуда перекочевали. Вот интересно, во времени, что было раньше там, Диабло то же самое, или вот события, развивающиеся в Пое? Да, кто в курсе, там в комментариях можете написать. Так, ну, мне пока нравится. У меня full резисты, да? Я там вам уже показывал. 72, 72, 75. Дамаг, ну, такой, пока приемлемый, 2000. И хипарей, вот, 2300. То есть, блин, вроде жить можно. При том, что, повторюсь, я начинал играть абсолютно с нуля. У меня был голый сундук, то есть там, без привлечения, там ни одной шмотки не было. Ну вот, на хардкоре я не играл никогда. Ну, играл, были попытки, но так. Довольно быстро я вайпался. Ну и, как правило, вайпы происходили из-за того, что я долго играл, там больше, скажем, 2 часов. И внимание рассредотачивается, и уже начинаешь делать ошибки. Так что мой вам совет,
больше, там, не знаю, 2 часов. Вообще, по-хорошему, часа. Подобного рода игры, ну, на хардкоре, да, хардкорная сложность, одна смерть, не рекомендуется играть, отлично мной даже. Так, ну, тьфу-тьфу-тьфу. Вроде пока не лагает. Пинг. Ого, призрак вон. Пинг приемлемый. Ого, тихо. Тихо, спокойно. Так, вот тут пинг посмотришь. И вот такая вот хренотень может случиться. Отлично. В дальнейшем есть идея у меня, ну, давнишняя мечта, записать серию прохождений по Диабло, тоже на хардкоре. Я-то хотел еще, конечно, на 8 ppl. Что такое 8 ppl? Это в консоли можно ввести, если играешь в сингле, ну, соответствующую команду, и мобы станут, ну, грубо говоря, в 8 раз сильнее. То есть это вообще там хардкорный хардкор. Погоняющий хардкор. Так, ларец, колдуна. Так, сейчас мы его откупорим. Но это так, мечты. Опять-таки, в комментах черканите, будет ли вам интересно подобного рода прохождение по Диабло на хардкоре. Вот, и хотел пройти тоже это Диабло не каким-нибудь там... Не какой-нибудь там попсовой соркой там или палом, а милишником, там варваром или друидом, волком или медведем даже. Ядовитое облако мне не надо, мне надо количество предметов. И не процентное, а числовое. Просто там может быть один предмет, и 41% от одного предмета, это сами понимаете. Сейчас за орбами слетаю. Заодно опознаем шмот наш. Так, фигня. Фигня, фигня. Это хроматик. Вот рекомендуется всегда эти вот сферы с собой носить. Превращение и вот это вот усиление. Короче, перемен, превращение, усиление. Чтоб туда-сюда в город не летать. Мне вот на числовое количество. Вау, блин. Случайно класснул. Совсем не то, что я хотел. Ну да ладно. Сейчас посмотрим, сколько выпадет. О, вы это видели? Ребята! Охренеть! Сфера возвышения. Круто! Вот эта сфера возвышения, я не знаю, как на, ну, на русском сервере, да, на горение. Но на офе оно стоит где-то там 20-30, так вот, вот хаосом. Да. Ну, видите, судьба. А если бы заролил на количество, то пудняк бы не выпало. Да, да, наше первое возвышение. А вот и выход. Здесь жизнь обручена со смертью. Что за странный край? Так, сейчас нужно вейпоинт найти. Трапу нашу прокачать. Не, вообще супер. Ну вот чем такие игры прикалывают, что вот идешь, там уже глаза в кучу, уже играть неинтересно, там до следующего левела далеко, там, не знаю, шмот фигня,
Тут тебе хопа такой ништяк падает. И сразу же интерес появляется. Так вот, оп, такое пробуждение, как будто там глоток кофе хапнул. Или там вот холодный душ встал, умылся. Не знаю на кого как, но вот на меня Диабло-подобные игры именно так действуют. Блин, я тебя боюсь, чувак. Ладно, мы с тобой в следующей части поболтаем. Ну что же, с вами был Меридар. До новых встреч. Пока.